Подожди немного, дверь не принимает твою карточку. Я попробую открыть ее с этой стороны. О, хорошо, кажется, получилось. Сегодня с утра у нас одни проблемы. Сбои систем, отключение систем охраны. Еще удивительно, как здесь все еще полностью не вышло из строя. Прости, я на посту. Ты же знаешь, что ты не можешь находиться на посту без формы и табельного оружия. Рад тебя видеть сегодня. Да-да, я знаю, проблемы с системой доступа. Надеюсь, ты готов к долгой смене. Только не это. Похоже, у некоторых возникли проблемы с главным лифтом в секторе G. Почему бы тебе не сходить туда и не постараться все исправить? Я не могу получить доступ к моим файлам. Я не могу прочитать мою почту. Я даже не могу попасть в свой кабинет. Я знаю, сэр. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Дайте нам немного времени. Время? Как дела? Ладно. Я знаю, что здесь недавно, но если ты хочешь немного пострелять, то пожалуйста. Встретимся позже, угощусь пивом. Доброе утро, Гордон. Желаю удачи.
Простите меня, но сейчас я очень занят. Думаешь о том же, о чем я? Возможно. Все верно. Да. Должно помочь. Что здесь не так? Позволь помочь тебе. Окей. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Конечно. Теоретически. Пахнет чем-то горелым, правда? Даже не знаю. Верно. Давай попробуем. Оу, почти вышло. О, нет. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь идеи, что делать дальше? Ума не приложу. Но он несет ответ за все это. Не спрашивай меня. Разве у тебя сейчас не обеденный перерыв? Да, сэр. Если ты ждешь поезда в сектор G, то, скорее всего, тебе следует садиться на него. Я слышал, как кто-то сказал, что все поезда в этой части комплекса поломаны. Хорошо, как раз вовремя. Мы не собираемся платить вам за то, что вы ходите, держа руки в карманах. Устраните соломинки, чтобы мы могли продолжить нашу работу. О нет, наверное, это опять из лаборатории аномальных материалов. У них всегда что-то ломается и выходит из строя. Я буду удивлен, узнав, что среди них есть хоть у кого-нибудь есть голова на плечах. Come on.